Последний раз на сцене. Труппа театра Сергея Афанасьева готовится к переезду. В выходные актеры завершающий раз выйдут на старую сцену, находящуюся на вокзальной магистрали. В воскресенье 15 января зрители увидят постановку «Люди головы теряют». Коллектив переезжает в новое здание бывшего кинотеатра «Пионер». Артистам будет где разгуляться. Площадь помещения более 2000 квадратных метров. Впереди у труппы много работы. Установка декораций, оформление сцены с учетом световой партитуры, настройка звукового оборудования. Первые спектакли на новой сцене должны пройти в марте.